Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и вы, наверное, этого не ожидали. Как достать соседа 3 в офисе? Да, наверное, вы такого не ожидали. Собственно, давайте с вами, я не буду проходить эту игру, я не собираюсь, скорее всего, это проходить. Мы просто посмотрим с вами на вот этот ужас, который вы все знаете. Короче говоря, вот эта вот игра, когда соседа 3, вышла в 2006 году, по-моему, от компании VizLab. Неизвестной вообще конторы, я никакой информации о ней не смог раскопать, нигде не нашел. Давайте посмотрим авторы. Вот, VizLab, вот такой вот у них логотип. Такая вот музыка, которую еще использовали в некоторых модах моих. Точнее, модах, которые я снимал. Есть еще небольшой факт один. Шрифт в титрах точно такой же, как на логотипе канала Максимадзе. Comic Sans называется. Ладно, на начальном экране никакой музыки нету. И это странновато немного. Короче говоря, такие вот настройки. Менюшка, в принципе, своими деталями похожа на менюшку из первых двух соседей. Логотип даже неплохой для третьей части. Но вот все остальное... Господи! Мои глаза! Мои глазенки! Жесть. Короче говоря, логотип на самом деле неплохой. Вот отживут из-за банкротства. Они... И из-за низкой популярности оригинальной когда соседа на их родине, они не смогли сделать третью часть, хотя планировали. А жаль. В нашей стране она популярность очень большую набрала, а вот у них популярность очень низкая была у этой игры. Поэтому они не смогли сделать продолжение, а продолжение сделали наши российские разработчики. Ну и давайте посмотрим, что же у них получилось. Посмотрим, хорошая ли эта игра или так себе. Поехали. Будем смотреть и плюсы, и минусы по сравнению с первыми двумя соседями. Персонажи выглядят, конечно, тьфу. Короче говоря, первое, что мы видим, что эпизодов стало меньше, чем в первом соседе. В первом соседе было 14 эпизодов и 3 обучающих. Здесь один обучающий и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 уровней. Это меньше. Ну, впрочем-то, это и не так страшно, потому что игра получилась отстойной. Что ж, давайте посмотрим. Давайте с пилотных серий прям начнем. Алло. А, вот. Мне показалось, что не выделяется еще. Ладно, сосед устроился на работу в небольшую процветающую компанию. Секретарша у шефа, конечно, потрясающая женщина, но за ней не поухаживаешь. Есть еще женщина, коллега по работе. Ну что ж, пофлиртуем? Да. Конечно, погнали. Обучение. Вуди внезапно стал Вадей. Интерфейс, кстати, довольно-таки похож деталями на когда соседа 2. Вот здесь за моей камерой находится счетчик времени. И он идет в обратном направлении. Тут ограничения по времени есть. Вы будете руководить Вадей, бла-бла-бла. Короче говоря, есть один интересный факт. В локализации, когда соседа 1 от GFI... Главного персонажа звали не Вуди, а Вадя тоже. Да, конечно, тут 60 кадров в секунду, а может и 30. Но здесь более плавно, чем в первом соседе. Это плюс, это первый плюс. Но давайте смотреть на минусы. Первое, что мы видим, это персонажи отстой. Как будто у них жопы морщинистые какие-то, они лица, блин. На героине посидевшие, ребята. Наш главный персонаж алкоголик какой-то. Вот реально гопник какой-то у него лицо, серьезно, блин. Ладно, берем предмет. Вот это смех. Ну что ж, давайте посмотрим, как ходит сосед. Отлично он ходит, ребята.
Отличная походка, мне просто нравится. Так, разве кто-то ходит? Флексит для клипа Моргенштерна, блин. Как Чак Ревью говорил в своем обзоре. Потому что он так ходит. Еще раз. Кошмар какой-то, серьезно. Да-да, портрет соседа, мы сами видим, что у него есть мысли. Подождем, пока он уйдет отсюда, да? Здесь одна жизнь всего, если что. Во-первых, еще, кстати, давайте дальше минусы смотреть. 3D довольно убогая, мыльная. Графика стала менее реалистичной. Смех, это не смог, а смех дебильный. Походка забавляет вообще. А еще камера. В поле зрения попадает всего лишь одна комната. И это реально неудобно. Потому что фиг поймешь, где сосед находится. Да, мы выключили компьютер, но изображение все равно осталось зафиксированным на матрице. Вот такие приколы. Так, давайте графин. Еще один графин. Блин, куда? А еще вот что забавляет. У этой игры нет сюжета. Просто главный герой пакостит и все такое. Сюжет нам никто не пишет. Возможно, это сюжет первого соседа продолжается. Может, это тот же самый сосед, но надеюсь, что нет. Господи, смех. Я сейчас выключу звук, ей-богу, бля. Графин. Здесь есть мини-игра из второй части, но есть один минус, заключается в том, что если чуть-чуть, всего лишь, коснешься это самое края, то все, заново придется начинать. Ну и держать, честно говоря, не так удобно это, в отличие от когда соседа 2. Попробуем еще раз, конечно. Какой-то мы крестик вообще держим, кстати. Так, получилось. Фу. Музычка так себе на самом деле. Потрясающая походка, ничего не скажешь. Даже солдаты так не ходят. Вот еще неплохой плюс, я бы так сказал даже. То, что когда открываешь дверь, двери не реалистичные абсолютно, но там видно, что в дверях там что-то есть. Там не просто черное, как в первом соседе, а именно там видно, что находится там, за дверью. Это нормально. Отлично, отлично. Никаких переснять. Вы что, с ума сошли, что ли? Так, кофейный флирт. Вроде сослуживцы по работе начинает отвечать взаимностью. Ой, да что вы говорите? Следите за изменением курсора на активных предметах и ничего не пропустите. Да, 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 это обязательно. Потому что здесь очень... Как он меня не видит, кстати говоря, в этой комнате. Я поражаюсь. Вот еще один очень большой минус, из-за которого я, кстати, не смог эту игру целиком пройти. Чтобы найти предметы для действия, надо в каждый уголок залезть.
каждый пиксель экрана посмотреть, иначе ты что-то пропустишь. Вот эту штучку на одном-двух пикселях вообще держится, я без интернета ее не смог найти. Даже. Когда я играл в первый раз. Так, где еще можно что взять? Я помню, на каком-то уровне на полке. Во! Тут что-то есть и... Где? Вот я навожу на курсор и только под каким-то специальным углом. Ой-ой-ой-ой, плохо дело, бежим отсюда скорее. Успели. Можно таракана подсунуть. Беги нафиг отсюда, блин. Болван. Со странным голосом ненормальным. На мышь, я так понимаю, надо скотч. А, кофеварку надо что-то еще применить. Вот пробку куда, я не помню. Пробка от шампанского. Да, она тоже ходит странно, но лучше, чем сам сосед на самом деле все равно. Ну и рожи, вот серьезно, ребята. Чё хочу сказать, рожи полнейшие. Рожи, которые жопные. Это просто отвратительно. Так. А вот пробку куда, я не помню. Прилип? А, еще. А, две сразу пакости. Ну вот как догадаешься, что пробку надо тоже туда засунуть? Ну ладно, мы догадались, слава богу. Но без интернета я пройти не смог эту игру. А, ничего вообще не понял. Да это что за шум там на кухне? А, тут уровни по порядку, что ли, открываются? Ну а вообще, зашибись. Обеденный перерыв. Прекрасное время показать себя настоящим кавалером. Да, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Осторожно, не дайте запереть себя в туалете. А это что, можно? Еще и забавность заключается в том, что на некоторых уровнях некоторые комнаты доступны, некоторые нет. Например, верхний этаж недоступен. Посмотрим, что здесь можно взять. Ксерокс можно и использовать. Это мы оттуда возьмем что-нибудь или сломаем? Непонятно. Ксероксу закончившийся картридж не нужен, а вот нам пригодится. Это верно. Здесь надо что-то поискать, а то вдруг что-нибудь опять пропустим. Ну, наверное, персонажей изменили для того, чтобы авторские права не нарушать. Заботчики. Хотя фиг его знает. Накусанное пирожное. А тут прятаться нигде нельзя. Хорошо, хоть у нас 8 минут целых есть. Лучше подождем, пока он еще раз сходит в туалет, а то вдруг не успеем. А, вот что можно взять еще, оказывается. Перец. А я его не заметил даже. А хотя мы туда бы и все равно бы сейчас не смогли попасть, потому что сосед же здесь. А, вот еще. Ну тут тоже сложно заметить, ребята.
первого раза хрен найдешь. Что, в туалете так кричать надо все время, что ли? Отличная раковина, сосед до нее еле-еле дотягивается. Двери, которые закрывают один унитаз, ну зашибись. Идеально гладкий пол, да, очень гладкий. Я просто поражаюсь, просто пипец какой гладкий. Ладно, сосед там будет долго, поэтому давайте здесь. Посмотрим, что можно сделать пока. Банан, я так понимаю, на пол надо. А! Перец? Да блин, ну... Щелкайся, говно дурацкое. Оно не щелкалось вообще, фигня это. Предметы просто не щелкались сейчас. Это еще один минус. Во, сейчас щелкнулось, а в прошлый раз не щелкалось. Грязный картридж. Ну, чё он опять не убирается? Да говно какое-то с багами еще с этими, эта игра. Попробуем еще раз на полотенце что-нибудь применить. Возможно, грязный картридж надо сюда применить. Точно. А, вот еще что можно. Но! Ну, алло, блин! Во, пошло дело. Я туалетную бумагу... Тут вообще нет туалетной бумаги, тут только держатель от туалетной бумаги видно. Фу, господи. Это не игра, а говно какое-то сумасшедшее. Вот реально, ребята. А еще, кстати, нету кнопки выхода в меню. Нажатие на Escape ничего не дает. Есть кнопка завершить уровень. Провалить. Упал? Отлично. А есть кнопка завершить уровень. Есть кнопка завершить уровень, проиграть уровень. Есть кнопка завершить уровень, если достаточно пакости сделал. Кофе. Отлично, мы все пакости сделали. Звук смешной был, разве что вот. И все. Я помню, там внизу гараж был, коридор из кирпичный. Офис, на самом деле, локация неплохая, но... Если бы она чуть-чуть пореалистичнее была бы, и... Тогда было бы интереснее. Сама локация интересная, офис прикольный. Но выглядит он мультяшно очень. Все, мы по сути уже выиграли, но давайте. Он даже рот не открывает. Победа. Посмотрим, что еще есть. Срочная работа, куча документов на подпись. А что в описании такие короткие, ленивые? Очень короткие описания.
портрет босса, блин. Так, внизу никаких баров сегодня нет. Поменяем. А, мы сделали, поменяем кран с горячей водой на холодную. Испортим соседу отчеты. Отлично. Канцелярская кнопка. Блин, вот как. Неужто кнопку вот сюда надо? А на кресло ничего нет? Куда канцелярскую кнопку можно положить? А! Болван, иди, блин, сюда. Здесь, может, тут что-то есть. Есть, короче говоря, еще. Кабинет секретарши, есть еще кабинет директора. Босса, как бы нашего. Войти в него мы не можем, потому что, ну, это начальник, нельзя посторонним людям туда заходить. Сюда можно. Я так понимаю, сюда надо. А, мы же Ксерксе ему это отчеты испортили. Вот босс и разозлился на него. Я просто забыл, что мы ему отчеты испортили, и что там пакость с боссом сработает. А вот пилу куда, я не помню. Болван, да не надо туда ходить. Может подпилить? Точно, подпилить. Подпилили. Вот видно на этой фотографии, что это кабинет секретарши, но вот это кто? Да, у всех рожи странные. Ну, босс выглядит более-менее еще. Но все остальные... Сосед наш, герой, и вот эта женщина с оранжевыми волосами. Выглядит, как будто они на героине все сидели. Секретарша тоже глаза выпученные. А вот босс выглядит более-менее. А чё, пакость с пилой не сработала? Гениально. Закончить уровень нельзя, кстати. Или сосед в следующий раз попадется, найду пакость. Ну давайте подождем, ладно, почему бы нет. Хотя ждать на самом деле неохота. Совсем.
уровень закончить еще нельзя. Потому что мы, блин, кубок не выиграли еще. Ну же, работай, блин. В столе я вроде брал предметы. Я бы сразу заметил, наверное. Пилу я использовал на том кресле. Но почему-то пакость не сработала. Может, сейчас сработает? Давайте попробуем. Посмотреть. Да, похоже, что нет. Я так понимаю, в игре баги есть, потому что не сработало. Я пилу применил, но не сработало. Ладно. А, мы выиграли? А для чего тогда кнопка вот здесь, внизу тогда вот это была? Ну ладно. Так, и еще один вечер романтика. После затаившейся напряженной работы небольшое затишье. Сосед хочет после работы преподнести сослуживице букет и пригласить ее в ресторан. Внимание, для перехода в следующий сезон вам необходимо получить Оскар в этом сезоне. А чтобы его получить, надо пройти все уровни на максималку. Ребята, это ненормально. А в следующем сезоне, кстати, вот на этом уровне будет написано: внимание, для перехода в следующий сезон вам необходимо получить Оскар во всех предыдущих сезонах. Как будто первый сезон можно было пройти не на Оскар. Ну разве, ну может быть, пилотной серии. Но я это не проверял и проверять точно не буду. Ладно, давайте попробуем. Здесь мы не прошли на максималку из-за бага. Значит, второй сезон не откроется. Ну этот уровень мы пройдем и с вами и все, и закончим на этом точно. Потому что игра отстой. Полнейший отстой. Баги есть, все есть. А, аптечка есть. Займем наш цветный спирт, остальное нам ни к чему. Наш отрывный спирт, бля. Ух ты, сколько предметов. Картинка с голой теткой. Кошмар какой, бля. Только она, судя по тому, что это видно, она там... не похоже на то, что она голая там, если принимательно посмотреть. Ну, может быть, разве что верх-то вроде нормальный. А, картинка с симпатичной девушкой, слегка не одетой. Да, не одетый снизу. С голой задницей только, ну ладно. А, букетик. Так, вот еще один предмет, который надо взять. Так, покурить можно здесь, да? Чего только нету в женской сумочке. А что же мы взяли-то в итоге? Жидкость взять и лак. Блин, вот я про эту фотографию что-то заговорился. Лишнего. 5 пакостей и 5 предметов для пакости, я так понимаю. Ну, может быть, на самом деле, предыдущий эпизод, там еще была одна пакость, но я не нашел других никаких предметов, где можно было еще что-то сделать. Куда можно применить? На монитор. Может быть, картинку на монитор надо было приклеить. Блин.
О, еще что-то. Вот оно где. Ух, как я успел удрать. Иди наверх, болван! А, я налепил фотографию. Ну, наверное, на картинку босса надо было, портрет босса надо было еще прилепить, намазать что-нибудь еще. Жидкость для статьи лака огня опасна. А, ну он сигарету бросит туда и все. Будет красиво. А что, не красота разве? Ну, хотя я бы на его месте бы тоже не обрадовался. Так, мы зайдем сюда. Сюда сосед не ходит. Так что здесь нам ничего не угрожает в этой комнате. Пес, ну и рожа. Это вообще смотреть аж противно на самом деле. Какое минимальное количество? Как это мы приз не выиграли? Ну и пошли вы нафиг тогда. Приз мне не дали. Вообще обалдели, блин. Ладно, второй сезон нам недоступен, потому что надо все уровни пройти на максималку. Ну и что ж. Ну ладно, я вам скажу, что будет во втором сезоне. Там будет гараж внизу. И там будет еще один противник, который может нам дать люлей. Это сторож. И он, если он нас увидит в то время, когда он не дрыхнет, то он даст нам кулаком по морде, и мы улетим и проиграем. Давайте под конец посмотрим, что будет, если попасться соседу на глаза. Отличная анимация. Просто красота. Ну что ж, ребята, такая вот фигня. Такая вот. Как бы нам оценить эту игру? Эта игра получилась плохой. Куча минусов, куча недостатков, плюсов почти нет. Чуть-чуть совсем есть, но их вряд ли кто-то оценил сильно высоко. Что ж, это неудивительно. Да, игра получила низкие оценки. Проходить я оценить не буду. Потому что, ну, это фигня.
Думаю, мы на «Когда соседа 4» с вами посмотрим тоже как-нибудь в другой раз. Ну и вообще надо бы посмотреть, наверное, на все части игры «Когда соседа» и, может быть, даже некоторые из них пройти. Ладно, на этом все, на этом мы закончим. С вас лайкосы и подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал, также вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!